как все говорят, что хорошее дело браком назовут раз, а с другой стороны, как-то вот перемены мест, сумма не меняется. Да? Ну пусть, если ему хочется, то надо назвать вот так вот. Может быть, действительно будет лучше. Семейный союз – это, ну, союз как бы двух влюбленных людей, которые строят ячейку общества. Вот. Ну, звучит более красиво. Ну, да. В принципе, мне кажется, это ничем не будет отличаться, как бы, но звучит, конечно, хорошо, как бы положительно. Я на это отношусь. Ну, я считаю, как бы разницы никакой нет. То есть это всего лишь навсего как бы придаст официальности, то есть какой-то. То есть, а в принципе остается все то же самое, то есть ничто не меняется. То есть. Как бы не получилось так еще, что вот сейчас поменяем на семейный союз, а потом на гражданский брак и так далее и тому подобное, мы далеко дойдем после этого. Поэтому я думаю, что традиции надо соблюдать. Конечно, нам приятней будет объявлять заключение семейного союза, чем вот такое имеющее наименование семьи браком.